Помню день, когда увидел списки поступивших и свое имя на первом месте по сумме баллов ЕГЭ. Кто бы мог подумать, что за эти 4 года я превращусь в самого безалаберного студента. Если не на потоке, то в группе точно. И тем не менее, я прошел это испытание от и до, что вряд ли получилось бы без наших прекрасных преподавателей. Спасибо вам, дорогие. Кто-то из вас дал мне знания, которыми я пользуюсь по сей день. Кто-то вылечил мою бессонницу, а кто-то стимулировал начать работать, прервав регулярный поток стипендий в мой карман. И многое из того, что я сейчас пожинаю, посеяли именно вы. Отдельно хочется отметить обучение на военной кафедре, где каждый приложил максимум усилий, чтобы сделать из меня мужчину. А истории со сборов я с ностальгией рассказываю до сих пор. Помню, отец дал мне совет сфотографироваться в самый первый и в самые последние дни на фоне Альма-Матер. Но вторую фотографию мне почему-то не очень хочется делать.